Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня прохождение восьмой кошмарки. Наконец-то я добрался до компа и решил попробовать подобрать вариант для прохождения на три звезды своими героями. У каждого героя разные, там многие пишут, можно выпустить огника, можно выпустить того, можно выпустить того. Не забывайте, что у каждого разная прокачка. У меня, например, сейчас больше стоят прокачки на деф, на битву гильдий, поэтому у меня нет уклонений, у меня больше точности на некоторых героях, поэтому я не буду использовать зефира. Мы пойдем таким, скажем, простым, стареньким путем, попробуем повоевать героями старенькими, простенькими. Вот такой вот у нас душек будет, я его уже показывал, Атлант. Чего тоже покажу, такая вот Фрейка, такой вот Минотаврик, Седнушка и Лазуля. А в итоге у меня будет зеленый смотритель по магии, я вам уже показывал, что я сюда буду брать. То есть в большей степени это будет атакующая магия, которая будет наносить урон. Такс, поехали. Кошмарочка. 8-1. Изначально я вам показывал душика. Внимательно смотрите, где я его выпустил. То есть я его выпустил так, чтобы не задеть Асурика, и можно было без проблем выпустить Атланта. Блин, слили. К сожалению, видите. Ну, по-разному бывает. То есть надо очень много разных заходов. Я стараюсь выпускать душика так, чтобы малышник выбежал за таблетку и не задел я Асур. Если я вот таким вот образом выпущу, я сразу тащу Асур, и в большинстве случаев ваш атлант может просто не добежать. Даже если он будет железкой, как у меня, его скорее всего сольют. А таким образом я вытягиваю сюда голубей, и на них включается атлант без проблем. То есть, соответственно, включается малышник. Вот смотрите, как чудесненько. Стрелков мы ушатали. То есть часть мы уже выполнили. Что мы можем делать дальше? Ну, вариантов как бы очень много. Можем сделать такой вот вариант. Но видите, все равно Лазуля не всегда включается. Давайте выпустим Фрейку. Фрейку я тоже уже показывал. Так, включаем Метеор. Фрея у нас маскировка плюс выживание. Такая Фрея хороша тем, что она будет, во-первых, добивать асуриков и других героев. Плюс она на ней стоит Сэп, она уходит в инвиз, там отхиливается. В общем, очень интересный герой. Я рано Феникса выпустил, надо было его попозже все-таки выпускать. Ну, сейчас попробуем по максимуму до минуты где-то продержаться. Ну, 55% у нас уже есть, но мы будем пробовать пройти на 3 звезды. А, видите, Минотавр не успел сработать. 68%. Ну, сейчас придется все-таки перезаход нам делать. Мы не успеем, скорее всего, затащить полностью все. Минотавр, к сожалению, не ударил так, как мне надо было. Ну, 72%. То есть на 2 звезды пройти это не проблема. Плюс у нас не сработал Феникс, как хотелось бы. Так, 75, окей. Пробуем еще разок. То есть стараемся чем подальше выпустить. Только загрелись. Кидаем Атлантика. Как видите, без проблем, соответственно, как только Атлант включился, у нас сливаются там стрелки, душики.
Не все, конечно, они по-разному бьют, но... Так, я магию не взял. Сейчас Фрея у нас тоже улетит, скорее всего. Плюс у меня зеленый смотритель, который тоже довольно-таки неплохой. Фрея, я вам показывала с обрядом лечения, то есть у нее увеличена жизнь. Она собрана у меня не с уклонениями, она собрана тоже опять же на жизнь. Она сейчас сольется, мы не успеем, да. Так, пробуем магию. Поехали еще разок. Но тут нужен Атлант, если вы хотите именно на 3 звезды. Атлант очень помогает. Так, Атлант слился. Но стрелки вроде все ушли. Остался единственный душек. Смотрите, видите, что делается? Просто печаль. Так, Минотаврик у нас ударил. Давайте попробуем. Вариант все-таки апнем седной. Обратно всех. Попробуем такой вариант. Да, душек не вовремя, конечно, слился. Ну, ничего страшного. Видите, проблема в ледяхе, он не всегда включается. Можно попробовать, конечно, ледяху. Сейчас попробуем по-другому немножко его собрать. Такой вариант плюс. Живо. Такс, берем магию. Атлант не включился, не повезло. Так, все есть. Атлант включился, но стрелки, как видите, сливаются налегке просто. Единственное, может душек остаться, он не всегда добивает так, как надо. Есть вариант еще один, подождать немножко, чтобы у нас смотр посливал. У нас зеленый смотритель, он неплохо накидывает молчанку и сливает. Так, ну, в принципе, но Анубиса все равно многовато. Так, давайте попробуем ледяху запустить. Правда, у меня, я думаю, все-таки давайте попробуем. Ну, видите, они здесь все заряжаются очень быстро, поэтому вариантов. Даже с ремкой он не включается. То есть вариантов тут не особо много, к сожалению. Минотавр, бей. Как видите, не всегда просто прет сразу. Вот опять молчанка прошла. 76%, минута 15. А, у нас есть, в принципе, Рейка. Ну, сейчас попробуем, может и зайдет. Минотавр, к сожалению, один раз ударил, один раз не ударил. Так, 85-47 секунд. Не знаю, не знаю. Вряд ли нам хватит времени.
92. Девяносто четыре. И она слилась. Но у нас осталась башня фуловая. Одна и вторая. Попробуем еще разок. Можно было бы сюда еще и Феникса, но нету героев, которые долго будут жить. Такс. Пробуем вытащить. Видите, потащил Асур. Ну, сейчас нормально вроде включился. Атлантик нормально, но в большинстве случаев он не успевает просто включиться. Так, есть. Давайте придержим вариант. Попробуем немножко придержать магию. В принципе, эту магию можно выкинуть. Где-то на двух минутах попробуем запустить Фрейю. Пусть пока смотр немножко подобьет. Я использовал до этого ворожея, но что-то ворожей сливается. Я уже не знаю, все разные варианты попробовал. Хоть на нем максимальное уклонение, а он не всегда, к сожалению, тащит. Так, настало время Фрейки. Пусть она подбивает тоже. Так, давайте попробуем тут заморозочку закинуть. Вот видите, фен просто не включается. Что бы я ни делал, он просто не может включиться. Так, Фрейка у нас слилась, окей. Закидываем Минотаврика. Минотавр тоже вроде и должен ударить, но, видите, не всегда срабатывает. Даже душика слили. Не всегда оно идет. Я не знаю, почему такая проблема. Но срабатывает реально очень херново. Хоть мы и героев сейчас посливали в основном, но таблетки эти я за это время уже этими двумя героями не успею разбить. Давайте еще один перезаходик. Я собрал с тех героев, которые у меня, ну вот я подобрал вариант. Конечно, единственное, здесь Феникс очень херново срабатывает. Вот что мне не нравится. Так, Атлант включился, хорошо. Так, стрелков мы посливали. Отлично. Давайте попробуем подольше продержаться. Конечно, хотелось бы пораньше запустить Фрейку как вариант. А я магию не взял, красавчик. Ну, малыши Ники, Анубиса. Вот видите, и души посливают. Какая-то хрень происходит в последнее время на подземках. Не знаю, намного как-то хуже началось. Начались они проходиться. Самое интересное, что сливается ворожай, который, по сути, сливаться не должен. С его уклонением. У него больше уклонения, чем у душика. Но, к сожалению, он сливается. Вот опять, видите, Асуру потащил. Не успеваю. So
Ну, смотр, конечно, здесь в данном случае очень классно срабатывает. Вот что-что, а смотр мне зеленый очень нравится. Как он и дамажит, и молчанки накидывает, и сливает. Единственное, что... Не хватает, конечно же, у героев с уклонением. Но тут выбор либо героя с уклонением, либо битва гильдии, одно из двух слива. Сейчас попробую как-то на малыше Ники, наверное, включиться, если получится. Вот видите, он просто ледяха бесполезный. Так, включил Фрейю дополнительно. Давайте попробуем Минотавр. Вот Минотавр ударил. У нас магии нет, поэтому у нас тут вариантов не особо много будет. Сейчас пусть пройдет кулдаун, попробуем еще разок запустить Седнушку. Не, Ледяха так и не ударил. Минотавр ударил. 98%. В принципе, шансы у нас никакие. А знаете почему? Потому что не факт, что у нас душек попадет именно в эту таблетку. Хотя, в принципе, шанс есть. У нас осталась одна таблетка. 47%. Не знаю, как повезет, конечно же. Ну, кролик может рандомно ударить. 40 секунд, в принципе, ударов 6-7 может быть. Хороший вариант был, конечно, но Фрея, видите, чуть-чуть нам не хватило. Фрея очень быстро слилась, к сожалению. Вот кролик рядом ударил. Вот, как видите, душек вроде старенький герой, а, блин, реально, чуть-чуть не хватило, совсем чуть-чуть, одна таблетка. Блин, а мы магию не брали, была бы у нас магия, мы бы, думаю, без проблем сейчас заточили 8-1. Блин, я не знаю, есть ли смысл ледяху сюда ставить, не включается просто. Так, стрелков минус нули. Душика минус нули, стрелка вообще отлично. Такс. Может попробовать отсюда. Вот отсюда он включается более-менее нормально. Но опять же, видите, дамага у Феникса. Вообще фигня. Так, душик полез дальше. Наверное, душика сейчас, скорее всего, сольют. Сейчас посмотрим. Там асурики, да, они его сольют. Вот минус. Выпускать их вместе тоже нельзя. Надо будет попробовать с другой какой-то стороны выпустить. Либо оставить его на самый конец. Так, ладно, асуриков опять потащили. Попробуем так их посливать. Они на Атланте, в принципе, тоже сольются. Сейчас они включатся. Так, ждем немножко, пока смотритель сейчас не посливает всех. Потом будем остальных выпускать. Магию атакующую мы оставим на потом. Так, наверное, попробуем сейчас выпустить Фрейю подальше.
Она немножко сейчас подобьет у нас. Ай-яй-яй, душик, ты чего? Не сливайся. Так, не успел. И того слили. Да, печально, печально. Очень быстро поспешил. Минотавр второй раз, к сожалению, уже не ударил. Но попробуем таким вариантом. Попробуем сейчас магией. Может, зацепим побольше. Семьдесят один процент у нас. Так, сейчас бьем по центру опять магией. Оставим наконец феникса. Все посливались. Вот я не знаю, каким образом у нас осталось мало героев. То есть они все равно сливаются. Я не знаю, в чем причина. Но они как-то непонятно сливаются. Так, Атлант минуснулся. Блин, вот Фрея, конечно, жалко, очень быстро сливается. Ну, давайте немножко попробуем подольше задержать, чтобы смотр у нас посливал побольше героя. Возможно, таким образом. Опять я магию не взял. Так, Минотавр ударил. Попробуем сейчас Фрейку запустить. Ну, с Фрея у нас получается смотр быстрее набирает энергию. Ворожая можно было бы взять, но ворожай каким-то образом сливается, я не знаю чего. Я уже разные сборки, варианты перепробовал. Фрея, как видите, тоже просто тупо уходит. Хотя, в принципе, она с маскировки, с этого должна нормально себе восстанавливать жизнь. Но, к сожалению. Ледяной тоже не включается. Вот так вот. Бум, и сразу же повезло. Добили мы на 3 звезды. То есть 8-1 наконец-таки я прошел. Вот такой вот, ребят, состав. Буду я пробовать дальше бегать, показывать разные варианты. Понятно, это донатный состав, но на 3 звезды сейчас реально сложно проходить из-за таблеток. Я это тоже уже показывал. Поэтому как могу, так и показываю. Пишите комменты, ставьте лайки и ждите новых видосиков с прохождения восьмерки. Так как подземка реально сложновато, чтобы закрыть ее на 3, но я буду постепенно проходить и закрывать ее на 3 звезды. Все, всем удачи, всем пока.